Алиса Черных, ученица 9 класса 2 городской школы, показала свой талант сверстникам. В холле школы совместно с учителями она организовала выставку своих рисунков. Почти все эти шедевры выполнены карандашом на специальной бумаге. На них изображены только лошади. Их Алиса рисует в разных ракурсах. Лошади словно оживают на ее картинах. Если их рассматривать внимательно, складывается впечатление, что у каждой из них есть свой характер. И это не случайно, ведь рисует их девочка с огромной любовью к этому красивому животному. Помню, мы с мамой ехали к тете в Магнитогорск. Но вдруг я по пути видела в лугу белую лошадь. И я влюбилась, как только могла. И с тех пор и повелось, как увидела белую кобылу в поле. И стала любить лошадей, ездить на них. Ну и рисовать. Один портрет лошади в день я могу нарисовать, ну, минут за 30, там, за 20. Рисунков у Алисы уже очень много, но она останавливаться не собирается. Девочка начинала ходить в художественную школу. Когда она поняла, что помимо лошадей нужно будет рисовать и что-то другое, она перестала ее посещать. Техники, в которой выполнены ее рисунки, Алиса научилась сама. С детства я, ну, сводила, скажем так, по экрану переводила, набивала руку. Но дальше стала уже просто перерисовывать. И со временем нашла всякие специальные техники в геометрии, чтобы можно было нарисовать лошадь. И так стала рисовать и по фотографиям тоже. Планы, если честно, учиться там новому, там сразу новых ракурсов рисовать в полный рост. И, может быть, даже уже начать продавать работы и открывать бизнес художественный. Алисе всего 15 лет, и ее талант только развивается. Но уже сейчас нет сомнений в том, что главные шедевры у нее еще впереди.